Всем привет, с вами Любопытный Геймер. Вы наверняка уже знаете, что вышла на персональных компьютерах игра Resident Evil 6. Ну и, конечно же, мое любопытство не дает мне права пройти мимо и не сделать хотя бы смотр на эту игру. Я, конечно, где-то на периферии сознания подозреваю, что я пожалею о том, что я сейчас делаю, но я считаю, что смотр все-таки должен быть на канале. Поэтому выберем настройки. И, собственно, отправимся в путь. Посмотрим, чем нас на этот раз порадует компания Capcom, которая обещала в некотором смысле возвращение к истокам. Да, занятно. Так, ну что, осмотримся. Стреляют. Прыгают, с ума сойти. Поползли. Интересно, нас все-таки встретила игра. Нет, я не в плане того, что тут сразу такая стрельба и ужасы. Я имею в виду вступительный ролик. В котором что-то странное уж совсем творилось, какие-то цветные пятна. Честно говоря, я не понял, что это. Ну, точнее, у меня есть кое-какие подозрения на этот счет. Нехорошие. Сдается мне, что это так нас встречает плохо проработанная игровая графика. Какой-то эффект, видимо, добавлен, который отображается некорректно. Ну что ж, пойдемте. All we've been through, it'd be a waste to give up now. Надеюсь, что больше мы с этой фигней не столкнемся. Я имею в виду цветные пятна, которые вряд ли понравились и вам тоже. Так вот. А,
Ай-яй-яй-яй, мазила я, мазила. Давай, Леон, давай. Это ведь Леон, да? Я не очень знаком с персонажем серии. Но это должен быть Леон. Так. Что мне все осмотреться, осмотреться? Я же даже назад идти не могу. Я могу идти только вперед. Как куколка. Топ-топ. Смотреть на кровь по сторонам мне предлагают. Вот смотрите, я... Допустим, я хочу идти назад, но нет. Можно только вперед. О. А чё это я? Я же могу взять автомат. Вы чё? Они с ума сошли. Я бы вот в этом месте взял автомат. Let's take a break. Так, сдается мне, что сейчас произойдет какая-нибудь пакость. There's gotta be a first aid kit in here somewhere. Ну? Сейчас поищем. Аптечка. Может быть, где-то в мусорных баках, нет? О. Makes me sick seeing good soldiers die like this. Может, это был плохой сол... Серьезно? В Хаммере стоит кактус. Леон, ты там? Hunnigan. Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. She needs medical attention. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. Okay, listen. Just follow my instructions. Так. И что теперь? Ну, допустим. Так. И оп. Лечим. Нет, все-таки проскакивают эти непонятные цветные пятна. Ну вот и первый зомби. Ох ты, шельма. Вы поглядите, а? Ну все, 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 затихни уже. Can't let your guard down for a second. Так, что, меня покусали, что ли? Tower. What? No, it's too dangerous. There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. All right. Then let me help.
Thanks, Hunnigan. Ну вот. I've sent over the field guide to your PDA. You can always refer to that in a pinch. Разжились патрончиками. Сколько у меня патронов, кстати? Вроде немного, да? Надо как-то поаккуратнее. Ух ты! What the hell? Roger. Командное взаимодействие, значит, да? Нет? Ух ты! Да тут у них весело. Даже в пробках не скучают. Продолжай. Интересный ты. Ах ты, гаденыш. У вас тут много, да? Как я погляжу. А почему у меня так блуждает прицел? Вот не понимаю. Что, блин, еще? А сколько тут? Патроны кончились. Что ж, пинаем зомби. Или они что, они бесконечно, что ли, тут прут? А, тут вон, тут выпадает. Тут уже навыпадало всего полным-полно. Блин, да у меня тут целый арсенал. Ё-моё. Вы серьезно? Нет, вы серьезно? У Леона, оказывается, туча оружия. У одного какого-то бойца он даже толком не экипирован, а у него эти винтовки и дробовики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как все взрывается. А это еще что, кто это? А, ай-яй-яй-яй-яй. Давай-давай, защищай меня. Ах ты, блин. Ну-ка, слезь. Слезь, слезь. Уф. Я думал, у меня мало патронов. Там целый мешок был. Ну что, водить не учили, вертолет?
не учили. А, меня, судя по всему, сейчас научат. Ну, еще не хватало. Да он уже зомби. Ах ты, шельма. Попал. Унесло. Ах ты, елки-палки, как тут непросто ориентироваться, но пока не промазал еще. О, танцпол. Успели. Так, ну вроде. Так, все путем, значит. Патронами-то. Ну давайте теперь тогда постреляем. Что? Ну, в таких случаях всегда что-нибудь не так. Сначала ты думаешь, что все так, а потом вылезают зомби. Вот эти все, да? Back for more. Это было только вступление. Небольшой пролог. Ну а теперь, собственно, сама игра. Нам предлагают выбрать одну из компаний. И, как видите, уже даже доступна компания The Adulong сразу же. Ну что, пойдем по порядку тогда. Сначала за Леона. Раз уж мы за него начали играть, так что и смотр будет за него. Так, ну на обычной сложности возьму компанию за Леона. Да, я думаю, возьму как раз Леона. И в профиле офлайн ломанемся уничтожать зомби. Organic weapons are a global threat. Start working with the rest of the world. We have to come to my desire to reveal the truth. To tell them it might create more problems. It's time we take responsibility. We want to have any chance. I've always valued your friendship, Leon. Stay right where you are. Mr. President! Thank you.
Jack did this. What are you talking about? Tolok's Cathedral. I'll explain everything there, Agent Kennedy. How do you know my name? Yes? Hunnigan. Thank God you're both all right. How do you two know each other? That's Helena Harper. She's been with the Secret Service since last year. I can't tell you how good it is to hear you two are all right. Look, I hate to rush introductions, but I need a report on your situation. Just shot the president. What? He had already been infected by the time we found him. Leon. Leon did what he had to. He saved my life. God help us. All right. I'll submit the report. You two just focus on getting the hell out of there. The virus has already spread 3 miles past the campus perimeter and it's not slowing down. You need to hurry. Not before we check out Tolok's Cathedral. Agent Kennedy's got a lead that might tell us who's responsible for this. Leon, is that true? Yeah. I think I might have something. Roger that. I'll map out the safest access route. Keep your radio on. I got a lead? You will if you come with me. Ну вот так сурово началась игра, Леону пришлось застрелить президента. Наверное, ему это было нелегко. Адам, I'm sorry. So what's so special about this church? You have some sins to confess? It's hard to explain. If I don't tell you about the cathedral, you may not believe me. You're gonna tell me everything once we get to the cathedral. Deal? Deal. Ну что ж, пойдем тогда в этот собор. Какими-то тайнами нас прям забрасывают прям сходу. Еще шага не успели ступить, а уже какой-то заговор. И напарница явно что-то знает. Но пока не торопится рассказывать. Тут какой-то праздник, я смотрю, был. Шары воздушные. You see one of them. Aim for the head. It's your best bet. Got it. This is where the reception was gonna be. They'd all be here eating dinner right now if... You think anyone survived? Возможно, тут и сейчас будет обед. Почему я так медленно иду? Да что ж такое? Почему он так медленно топает-то? Во, наконец-то. Да ёлки-палки. Попробуем пробраться здесь. Сшибая стулья и все на своем пути. Давай, Леон. Сзади. Что значит сзади? Впереди. Ну, посмотрим, что там прячется. Что это за зомби такой, который от нас бегает? О, конченый дядя-то. What? The fog.
It came out of nowhere. Liz! Wait, let me go! It's too dangerous. My daughter, she's all alone. If we don't do something... All right, I get it. But if you don't keep it down, you won't live to save her. You understand? Liz. Is that your daughter? All right, let's find her. Leon, we don't have time to... We're making the time. Ладненько, попробуем найти дочку для этого потенциального зомбаря. Что там такое? Кто? Кто напуган-то? А, крысы. Stay sharp. Темно. И, видимо, должно быть страшно. Хотя, конечно, дизайнеры тут все-таки постарались. Красиво. Люстры эти. Ветер, шатающий декорации. Выглядит очень даже неплохо. Но вот это меня просто, ну не знаю, прям бесит. Ну, то мой персонаж бежит, то он медленно идет. Чувствую себя... каким-то новичком, который хочет научиться водить. Они тоже так постоянно делают. Газ, тормоз, газ, тормоз. О как. Заперто? Пожалуйста, ответь. Это твой дядя, Лиз. Ну, вообще здорово. А я пытался открыть, и она не открылась. Опа, опа, опа. You all right? I will be once I find my daughter. I called her's help, but we got cut off. I know she's here. Ну, гляди. Окажешься зомбарем, пристрелю тут же. Ну, в смысле, не если окажешься, а когда, потому что это, по-моему, вопрос времени. О! Да он силен. Прострелить ему ногу, что ли? Что, кто-то играет на пианино? Я думаю, эта дверь должна была быть заперта.
Тут, кстати, было видно, что она появилась из ниоткуда. Ну что ж, пойдем. И снова приходится хромать за этими. Да, ну, конечно, тут схема передвижения в основном не радует. Главным образом тут, конечно, в этом виноваты вот эти двое, которые медленно идут. Но я так чувствую, что сценаристы найдут повод, из-за которого смогут заставить нас двигаться точно так же. Ну, отлично. В одном лифте с зомби. Не ешь меня. Не ешь меня, проказница. Ну же, пристрели ее. Готово. Повезло нам. А где второй? I can't believe this. Well, get used to it. It's either them or us. And they don't hesitate. Why did this have to happen? Так, а, вот он. Завывание. Привет. Ох ты. Их тут еще много. Как я погляжу. Да, они еще и сирену успели включить. Так. Что, у меня больше нету? Нету патронов, блин. Придется так вот ножичком. О. Немножечко патронов все-таки есть. Что тут?
что тут можно было посмотреть, я не пойму. О. О, блин. Он мертв. Как будто это было непонятно. Ну, тебя-то я так просто. О, интересно. А я уж думал, он еще раз поднимется. Ну да ладно. Так, куда тут? А, ну вот вроде и пришли. Leon, it's too late. There's nothing we can do. Да съели, съели. You're right. Let's get the hell out of here. Вот. И на этом, наверное, я все-таки завершу смотр Resident Evil 6. Что могу сказать по первому впечатлению? Игра, в принципе, красива довольно-таки. Управление не очень удобное, но, в принципе, насколько я знаю, это в пределах нормы для этой серии. Оно, в принципе, всегда было слегка такое деревянное. По поводу графики единственная претензия — это вот выскакивающие какие-то непонятные цветные пятна в начале, которые можно было видеть, но вроде бы они не повторялись пока. Ну и напрягает, конечно, вот это вот хождение медленное, медленное. Видимо, это ради атмосферности создавалось, но на самом деле ощущается как тягомотина. Не могу сказать, что я не рекомендую вам играть в эту игру. В принципе, почему бы и нет. Но также не могу сказать, что она меня прям затянула и что я не смогу оторваться, пока не пройду ее. Скорее всего, в первом впечатлении больше ничего такого развернутого и не скажешь. Поэтому прощаюсь с вами. С вами был Любопытный Геймер. Не играйте слишком много и не играйте слишком мало. До связи.